Всем привет, с вами Сумрак из клана Краматорск. И у нас обзор последнего КВ. В клан Вари мы одержали победу. С хорошим счетом, не буду говорить с разгромным, потому что клан соперник попался ужасно бомжеватый. Я, конечно, хотел видеть 60 звезд из 60 возможных. Выбили только 57. Зубы поломали об 4 и об 6. Ну, сейчас будем смотреть, как это все было. Особо рассказывать я не буду о всем КВ, о каждой атаке, так как эти атаки были произведены на 3 звезды изначально. Ну, то есть, посмотрите. Начинали атаки наши Алексей. Топ клана, можно сказать. Единственный с 9 ТХ. Потом Саша. Потом тестили, кто что мог. Ну, тут Сан Саныч у нас тренируется. Можем, кстати, единственную посмотреть атаку. Почему на одну звезду выбита эта база. Саныч, так как мы знали, если никого нет, клан кастинг. Заходить надо было снизу, на ПВОшку. Очень рано кидаешь спел. И это, я считаю, бесполезняком. Давайте я ускорю на 2. Зашел бы снизу, то же самое. Здесь бы хоть и улетели, то скинул бы отсюда, снизу вверх. Волбрейкер. Разбил бы сразу ПВОшку. Тогда бы уже пустил хилку. Вот и хилку, можно сказать, коту под хвост потратил здесь. По крайней мере, надо было не клана выпускать, а лучше бы ты свои запустил. Ту, которую тебе клан дал, она третьего левела. А твоя нулевая. Поэтому растянул. Вот потерял ты гигантов, поэтому проиграл. А если бы гигантами ты вытянул бы дальше, было бы 3 звезды. Ладно, давайте тут нечего смотреть. Да, еще раз хочу напомнить. Вот таких вот одной атаки я не хочу видеть в клане. Азат у нас новичок, к нему вопросов нет. Павел 45, это вообще чудо природы. Вошедшая в клан и ушедшая только началась КВ. Только старт даже был дан. Человек сразу убежал. Для тех, кто будет смотреть, Павел 45 из Белоруссии. 14-летний подросток, не понимающий в игре ничего. Не принимайте таких план. И Костя, твои какие-либо проблемы с работой никак не должны относиться к клану. Мы заходим все и играем. Далее смотрим. Все победы. Серж, Серега, я со Стига. Тут уже на нас нападали. А нет, подождите, это Азат нападал. Потом выбили с Сереги одну, с Кирилла одну. Здесь выбил Славка. Здесь выбил я. Здесь Саша пробовал. Здесь я уже меньшим сумраком за Сан Санычем почистил. Артем, Саныч снова на попытке. Ну, в общем, они выбивали с нас одну, по-моему, это максимум 2 звезды. Ритмик с Богдан, это наш новичок. Шел на простую базу. Здесь я уже пробовал. Это Андрей, который с Саней мой брат. Не смог выбить 3, кстати, хоть им, извините. Еще раз посмотреть на это все. Ему рекомендовали свинками. Но так как он не свиновод, свинки немножечко ушли влево по своему ходу, и большая часть свинок пошла в расход. Как бы свинюшечки отработали, хоть они и первого левела. Я бы запускал бы их просто по центру. Или отсюда просто по центру. Пустил бы одну. Проверить снаружи бомбу. И пусть бы они бежали вокруг. Они бы нормально разгромили, здесь все на свете. Можно было бы, да, действительно по земле пройти. Эта база очень плотная внутри, не растянутая. Я считаю, она пробивалась бы легко. Но если бы не король и последняя тут часть лучника, их было даже 2 звезды. Тренируйся, Саня, тренируйся свинками нападать. Может, не 36, 32 было бы достаточно. Хотя 25 луков и 5 магов с головой, значит 36 свинок. А, ну это плюс. Клановый. Так, продолжим смотреть. Так, тут Саню не побили.
Отбита атака, значит, Артема нет. Это Санек. Так, на Стига нападали, не били. Саныча не били. Серега Фалкон выбил 3. Молодец. Ритмикс 3 почистил кого-то попроще. Молодец. Я на 3. Кирилл на 1. Давайте Кирилла глянем. Да, кстати, вот самая ужасная база. Не знаем, чем ее пройти. Ну, я бы ее проходил шарами. Всю. Вот, взял бы полную толпу шаров, оставил бы себе луков магов, потому что все равно очень много дыр. Все равно пешие войска здесь в большом количестве поулетали. Что происходит, кстати? Кирилл с землей решил напасть. Ну, база построена таким образом, что все войска, как ни крути, будут ходить по кругу. Они не будут никак стремиться вовнутрь. Их вовнутрь можно было бы сейчас где-то забить, вот, допустим, бы они шли на ПВО или здесь. Если разъярить гигантов, вот, они могли быстро расправиться и пойти сюда же обратно вниз. Ну, вряд ли, вот, очень ужасная база. Кирилл, никаких нет претензий, абсолютно. И Лёша, это тебя касается. К клану ты не должен иметь претензий. Особенно к старичкам, которые здесь сидят давно. Если человек не умеет нападать, он не будет никогда нападать. Никого я не буду заставлять. Будем рекомендовать. Будет вкачано все. Будет как в других кланах. Будем говорить конкретно чем и конкретно на кого идти. Вот и все. Все вопросы все равно решаются внутри клана. В разговоре и в приказном порядке. Нет того уровня, чтобы приказывать друг другу. Ну, здесь все ясно, поэтому и одна. До центра они никак не дойдут. Так, ну, Алекс, нам понятно, там не на что смотреть. Я на Джули почистил на 3 звезды. Вот, кстати, Стигом пробовал, посмотрю просто с себя на эту же базу, который я попытался выбить шарами. Но так как у меня 7 ТХ и шары 4 только левела, то немножечко не хватало. Шары тоже такая вещь, конечно, не сильно управляемая. Разлетаются куда хотят. Как бы шары тоже чистят все. И некому потом за шарами почистить. Шары свою функцию выполняют, ПВО они сняли, разбросал я воинов вокруг, проходят, бьют, вроде все в порядке, ну не успеваешь, там умер, тут еще башня есть, пока по кругу ходят, но решил тут уже вышибить наземку, дабы быстрее дело шло, уже все равно минута остается. И как ни крути, чистишь все вокруг, но вовнутрь не заходят. Вот видите, все равно моих шаров не хватило. Так бы, если бы были пятые шары бы долетели и убили бы и эту пушку, и это там Челтауэр. Поэтому здесь то же самое, только одна звезда. И королик у меня пока второй. Был бы хотя бы четвертый или пятый. Может быть, уже там зашел бы вовнутрь. В общем, вот типа такой базы. Можно строить всем. У меня есть заготовочка другая. Сейчас я, если скрин быстро найду, я сюда выложу. Так, Алексей, вот для тебя база, которая, в принципе, стоит у тебя. Вот откорректируй ее до такого состояния, как она, вот по расположению всего. Я думаю, будет очень интересно все стоять. Значит, вот одно из расположений ТХ-8 интересное. Ну, я не об этом хотел сказать. Сейчас найду, другое покажу. Вот одно из тех, как у него стоит, но сделать по-другому, вот как здесь. Здесь будут постоянно войска ходить по кругу. Вот хочу такую базу попробовать потестить на следующем КВ. Единственное, что эта база, видать, кто-то нападал. А нет, почему? Видно везде ловушки, везде бомбы. Ну, вот типа такой базы можно пробовать для ТХ-8. Или вот еще, смотрите. Недоставаемый клан Кастл из центра, специальная схема. То
То есть то, что там есть, вот оно нарисовано схематично. Будем пробовать вот такое КВ. Как говорится, минутка юмора. Жаль, скринил маленькие изображения, и они выходят некачественно. Без слов. Халява. No comments. Жук. Вот четырехлистник. Так, итак, давайте досмотрим военные события все-таки. Хотя смотреть уже в принципе нечего. Последние попытки — это все те же нападения на этого Фибла. На вот этого шестого клиента. Тоже не совсем выбиваемая база. Для нас. А не в общем, я имею в виду. Ну вот посмотрите. Сумрака меня не трогали, Сида не трогали, Андрея не трогали, Костю не трогали. Стига не смогли выбить. Артема. Джули еле-еле выбили. Ну, кстати, две выбили. И всего 10 звезд. С Алекса две. Ну, клан печальный, я не понимаю. Вражеский клан. Не играл, даже уже и покинул кто-то. К концу кланвара. Как у них 13 побед. Клан башня, доната практически не было. Клан кастл не был заполнен. До отказа, по-моему, ни одного. У многих было просто пусто. Поэтому давайте я просто их базы вам пролистаю, значит, непонятно. Начнем с топа. То есть самый сильный, 10-й ТХ. Ну, это не 10-й ТХ, это 7-й. И это 7-й. Хоть и с 9-й клан кастл. Ой, там таунхоллом. Ну, это бомжики. Просто бомжики попались. Мы на этом КВ отдохнули. Никто не напрягался, за исключением Лёши, который рвал и метал. Лёша, нет, это не тот КВ, в котором вообще напрягаться надо было. Это надо советовать людям. Нападать тем-то и тем-то. Оттуда. Отсюда. А так... Каждый считает так, как он видит это. А так это не база. Все это полная ерунда на карте. Проходимая, убиваемая, пробиваемая, сносимая. Сносится все это просто и легко. Ничего не сложного. Базы не докачаны, поэтому с ними проблем никаких не было. Били мы их беспощадно, а они нас нет. Вот такие базы попадались. Вот такие. Ну, то есть фантазии у людей нет. Так вот, знаете, вот шутка в КВН была. Бог взял все вот эти строения, вот так вот швырнул на карту. Вот там упали домики строителей, здесь лагеря, то есть как чихнул как будто на карту. Тут он думал, что он этим усложнит все. Хотя снизу вверх заходится, и проходится это очень легко. Да, и вот Саша меня рекнак просит рассказать, как он тащил, просто обожил, и вообще какой он самый классный. Саня, ты самый классный, все, ты тащил, блин, елки-палки, блин. Так вот, безфантазийные базы, не представляющие никаких угроз даже для шестых уровней. Больше, я думаю, рассказывать не о чем. Клан был слабый, поэтому, честно говоря, удовольствия мало было, а только от заработанного бонуса. На этом, я думаю, буду заканчивать свое видео. Всем спасибо, всем пока.